Всем привет! У нас уже 12:26. В общем, у меня сегодня было утро, когда я могла поспать. Никто ко мне не прибегал. Вот. Я выспалась. Сейчас еду за детьми. Они ночевали у бабушки с дедушкой на новых диванах. Вот. Афанасий уже поехал дальше по гостям к верной маме. А я сейчас за Антоном и за Гришкой еду. Вот. Гришке к 2 часам на день рождения в Авокадо к однокласснику. Ну, взяла ему вещи на всякий случай. Вдруг мы там до 2 часов как раз побудем, и я его отвезу. У нас уже прям весна. Как будто капель с крыш капает. Достаточно тепло. Вот когда вот такое вот солнышко, ветра нет, 4 градуса тепла, то кажется, правда, как будто весна. Я сейчас еду на полях, знаете, такие снежные. Снега немного осталось. В общем, так вот здорово. Прям как весной. Настроение весеннее. Хотя сегодня 2 декабря. В общем, я знаю, что вы тоже любите небо. Я его люблю. Поэтому небо, конечно, очень интересное. Вот над станицей голубое, а вот где хутор, оно такое серое. С тучами. Дети здесь настроили. Вот на улице Степной у детей было просто супер. Снега было много. Так, поворачиваем потихоньку. Ой-ой-ой. В общем, здесь еще очень опасно. Можно все-таки застрять. Я еще вчера здесь ехала, и на вот этой же улице, да, машина застряла. Получается, здесь в некоторых местах нужно пропускать, то есть останавливаться и пропускать, то есть съезжать на эту сторону. И вот машина съехала и не могла потом выехать. Здесь вот, как я понимаю, ямки. Вот, и не могла потом из снега выехать. Но я в заднее потом смотрю в зеркало, что там несколько было человек, и вышли, потом толкнули. Вот, 4 была. Сижуня мне сказала, что она потому что задний привод у нее, поэтому... Ну, короче, как-то там вот так вот. Но здесь, посмотрите, сколько снега было. Это было что-то. Тут замело все. Как раз вот здесь вот дети построили. Прям целые эти стены. Городок военный. Гляньте, как клево. Там целый домик прям. Кто тут? Кто тут? Ку-ку! Григорий уже там. Это единственное место, где я могу посидеть в тишине и покое. Да? Коля, а ты где можешь посидеть в тишине и покое? А где наш Офоня? Где Офоня? Он уехал. Куда он уехал? На бабушку. Пока. Забираем детей. Сейчас поедем. Вы куда? Вас куда? Домой завозить, дети? Нет, к вам. До хуторянки. А Миша? И Миша сейчас же придет. Идите, садитесь. Да, да, можно. Мы сегодня вечером уже смотрели новогодние мультики. И потому что мне нужно срочно было создавать новогоднее настроение. Дети были довольны, включали и советские, и Машу. В общем, вот такой у меня Новый год начинается. Будут лол, сюда осталось втянуть веревочку, и будут как игрушки на елку. И будут такие вот раскраски. Это какие примеры для детей. Ну, может быть, еще что-нибудь придумаю. Сегодня все-таки только 2 декабря, поэтому время еще есть. Каждый день надо что-то новенькое делать.